Опять ты расчесал неправильно сзади все волосы. Ну, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь, Андрюша? Потом они сейчас так и будут торчать. И ты будешь психовать, что у тебя торчат волосы. Доброе утро, Зай. Доброе. Я, короче, уже побрился, порызался. Господи, ну я хочу поснимать себя в зеркало. Отходи, ну ты странный, я себе выстроила зеркало. Короче, сбрил себе все лицо. Я так обычно часто делаю. Поправь волос. Тебе с людьми еще сегодня видится. Нормально. Так красиво. Вот. Андрюш, сзади там волнули. Да красиво, говорю. Хорошо. Вот. Что, я побрился. Попил кофе. Ира не пила кофе, Ира попила чаечку. А где моя расческа? Вот она, Зай. А, сейчас нашла. Господи. Перед лицом лежит расческа, она ее не видит. При чем тут я про эту? Я же про эту. Ты вообще ее не видишь. Я ее тоже про эту. Вот. Сейчас моя жена что-то себе чешет волосы. Зачем-то. Чесани мне немного волосы. Нет. Ну давай. У тебя нормальная прическа? Ну давай. Нет. Да просто пригладь мне волосы, господи, что. Да не так, господи, не расчеши, а пригладь вот этим утюгом. Ай, не щипай у меня волосы. У тебя, он, щека течет. Да? Да. Кира, прокомментируй коротко о том, какое состояние моего живота спустя месяц после родов. Как лицо. Спасибо. Ты умеешь поддержать. Не, у меня животик, ну, то есть, практически прошел полностью, у меня просто это сама кожа на животе, а, типа, ее можно растянуть, ну, то есть, она, типа, втянулась, но при этом она такая, типа, если ее так разжимаешь, что она растягивается чуть-чуть, и она еще не в супер форме, но уже намного лучше, чем была изначально, и Кира впервые потрогала мою кожу на животе. Да. И говорит, ой, она как лизун, у тебя ее так хочется взять и так растянуть. Спасибо, Кир, умеешь поддержать. Наскай. Вот понимаете, как с ней можно лежать рядом, когда там дом спит. А оно ржет и ржет. Тебе сделать чай? Сделать? Сейчас закрою этот. Я тут вакаданы, короче, покушала. У нас, короче, я поняла, все, перешел на сон какой-то дневной, прям дневной-преддневной. И он спит. В 12 час ложится спать. Я так понимаю, он перестроится на график, чтобы в 11 ложиться. Все, я сейчас помою чашечку. Тапочки не забывай брать. Ира! Что? Можно знак переноса ставить? Ну, за это все. Не, а... Почему? Потому что... Вообще... Да, это стирание, и с другом уже в новую редко пишу. И Только сядь нормально. Это, перешел, короче, на режим, походу, ложится, короче, днем спать, он утром с нами просыпается, валяется, потом очень долго бодрствует, мы его там моем, обтираем, темкаем, кусаем, играем с ним, и он потом кушает и уходит в сон. И во время сна он просыпается просто покушать. А так он целый день, начиная с 12, я аж до 5 вчера спал, и то я его разбудила. Потому что мне не сильно подходит, чтобы он еще дольше спал. Ну, то я начну подозревать, что тогда ночью я не буду спать. Поэтому она мне помогла вчера проснуться. Она мне проснулась. И уже аж вот в 5
активничала, еще чуть-чуть подремывала периодически, но, в принципе, он все это время активничал. Я его только подкармливала, он там с Кирой игрался, а потом еще родители пришли за Кирой. И как раз с ним там посидели у нас в комнате, чуть-чуть поигрались. И в 9 мы его, помыли, и он уснул. А, нет, он не уснул сразу. В 9 мы его помыли, потом мы его покормили, с ним лежали, еще смотрели новости, кормили, потому что он засыпает не супер быстро. В этом новом режиме раньше он вырубался моментально, и типа можно было сразу переносить, а сейчас нужно подольше с ним полежать, чтобы он уснул. И все тогда получается его отнести. Сейчас делаю Андрюше чай. Хорошо. На улице. Он уже вчера вставил кнопку, вставил двери. И сейчас на улице там заканчивают еще вопросы по коробке. Там нужно все запинить. И нужно все делать то, что там не доделал, все позамазывать, и он там внутри будет разбираться, приводить все в порядок. Так что вот такие вот у нас дела. Я сейчас пойду монтировать влог. Кира делает здесь уроки. Да. Что, она молодец. Так что все при делах. Иногда так бывает, что мы лишаемся своих стульев, а кот спит на стуле. Короче, у него выхода не было. Ему пришлось прийти в свой домик спать. Кира любезно согласилась проконтролировать Даника, а я пока отнесу Андрюше чаёк. Я сделала ему в чашке и сделала еще в термосе с собой. Что? Да, что? Да. А ну, покажи. Да, только аккуратнее, вот смотри, напиши. Аккуратнее букву. Так, аккуратнее, смотри, напиши заново. Так, все. Я ему делаю такой чай, который он сможет сейчас выпить. И тот, который ему на будущее. Ой, на улице сегодня тепло. Сегодня у нас 8 градусов, завтра вообще вроде как 10, а послезавтра 15. Так, и что мы видим тут? Ага, мы видим дверь на петлях. И видим мужа, который нас не видит и не слышит. Привет. Привет. Я тут впервые. Тут вытяжка ходит. Да. Ужас. Но тут сначала все надо поубирать, вычистить, а не складываться за. Это ж я типа вычистился. А, ну, это ты? Грязь. Ну, тут был типа земля. Ну, паутину все нужно вот это собрать. С потолка, да, после. Да, и оттуда тоже полочки аккуратно, ну, привести в порядок. Ну, вообще сюда же линолеум будет ложить, и ложить уже на линолеум. Ну, да. Так, смонтировали. Сейчас пусть рендерится видео. Кира все еще в уроках. А я планирую разбудить Даника, потому что уже время. Ну, он уже просыпается. Просто когда он будет крептать, сразу его возьму, покормлю. И хочу с ним выйти сегодня на улицу, к нам во двор. А сегодня тепло, хорошая погода. Надо выйти с ним, подышать свежим воздухом немножко. Ой, так. Человечек. Наш фрисовый. И что еще мне надо? Мне надо его комбинезон взять. Так, это по картину в кроватку. А вот так вот мы любим спать. Причем сам как укутается. Все, уже пусть просыпается. Уже будем его примусово будить. Я ля-ля. О, конечно, будить. Мы просыпли. Надо будить. Все, пусть просыпается. Крикот, да.
запах такие стягивался у нас каждый день. Постоянно причем. Давай, Дануль, просыпайся. Сейчас пойдем гулять на улицу. Ну что, мы вышли гуляем. Андрей тоже с нами гуляет. Да. Данчик. Собака гуляет. Мика, туда не иди. Собака гуляет. Дан гуляет. У него Сони патиссони на улице. Очень сладкие. Да, это не гвозди. Так что такие вот дела. Что ты? Ничего. Понятно. А ты что? Ничего. Давай. Жду, пока ты пойдешь круги, чтобы вырезать. И снимать это, как ты вырезаешь. А ты не идешь. Да не иду. Бездельничаешь. Hello. What are you doing? What's happening? А? Привет. Короче, мы гуляли у нас во дворе. Мы приехали родители, мы отправили Киру к родителям. Она к нам просто потом придет, потому что она пришла, а Дана целый день же спит. И только аж ближе к вечеру, вот вообще в это время я его бужу. Она сегодня не будила, пусть спит еще. Мы на улицу пошли, и я предложила, что давай тогда сходим. Нам нужно просто в магазин сходить, и нужно в аптеку сходить. Так что мы сейчас идем. Но мы маски не одели на себя. Да, но мы сегодня в новостях слушали, что, короче, маски ничего не защищают, потому что, типа, ты вдыхаешь то же самое, что ты вдыхаешь без маски. Но маски это модно, поэтому носите маски. И заказывайте у нас маски. У нас? Да. С принтами. Да, будем расписывать. Кириша Дэйк, Микава, Дан. Дан. Ван Дан. Вот, и что такие дела? Да, кстати, Ван Дан — это классное название для канала, потому что... потому что, типа, знаешь, как Ван Лав, только один Дан. Ван Лав. Ой, Ван Дан. Ван Лав, Ван Дан. Он еще когда не родился, я предложил ему уже такой канал сделать. В общем, он, его еще не было как бы на свете, он был только у меня в пузике. Но мы уже решили, что у него будет канал называться Ван Дан. Это как Жан-Клод Ван Дан. Ага. Да. Ну, только без Жан-Клод. Покажи, что на улице. И без Ван Дам. Ван Дан. Ван Дам. Сейчас. Смотрите. На улице, короче, вообще не так, как обычно. Вот почему-то дом позеленел, короче. Стрёмная тема происходит здесь. Здесь вообще рыжий дом начал. Смотрите, заразился. Это коронавирус. Это все коронавирус. Нет, на самом деле просто тут обычно много людей. И обычно они все тусят, гуляют, и что-то вообще не. Сейчас достаточно много людей. Ну не так, как всегда. Ну да. Ну как не так, как всегда? Ну, что ты хочешь сказать, что смотри, вон сколько людей. Ну, возле магазина, потому что все люди закупаются. Смотри, вон на этом, на качели качаются. Один вон гуляют. Человек, а там вообще никого. Да ладно тебе. Ну, просто меньше развлечений стало, поэтому меньше это самое. Ну да, вот смотрю в маршрутках. Хотя, а куда им ехать сейчас? Вот куда реально сейчас ехать? Сейчас некуда ехать. Да, стало больше людей в масках. Теперь одна... Наверное, 10-е всего населения, нет, даже 15-е всего населения вот ходит в маске. Вон, смотри, еще в магазине в маске. Я тут еще немного в масках видел. Вон в магазине в рыбной, это, ой, в Окорок. Там маска. Сейчас я еще найду маску. Ну, каждый 15-й плюс-минус. Я только что еще видел маски. Мимо нас проходила девушка вот в масках. Ну, короче, понатягивали на себя маски. Я же говорю, заказывайте у нас маски, мы вам распишем. Нет, у нас нет продажи. Ну, так я на будущее говорю. Они такие сейчас в комментариях, господи, где купить вашу маску, оставьте ссылку. А я такой, клёп-клёп, сайт за 2 минуты. Пожалуйста. По предзаказу. Минимальный тираж 100 штук.
И кто тогда у тебя купит? Ладно, одна штука. Но все налоги те самые на вас, короче. Ну вот, стандартно. В принципе. Вот, отправляем какой почтой? Укрпочта работает? Работает. Новая почта тоже работает. Отправляем по этому. По предоплате и в этот. В доставку домой. Ну, короче, чтобы вы не ходили на почту, только сделаем доставку до вашей квартиры. Это с целью безопасности исключительно. Так, короче, я вас оставляю, а сама погнала. Может, я погоню? Нет. Мне достаточно интересно гонять. Я быстро, я реально гоню. Зай, а при чем тут твоя быстрота, если я качественно сейчас пройдусь по магазину и куплю все, что надо? Ну вот, как тебе сказать? Ага. Я тоже быстро схожу, куплю все в магазине. Люди в халатах, в масках. Прям, это очень. А я сейчас иду в центр закрытый. Я думала, что все-таки будут какие-то нарушители, так как обычно есть. Например, сегодня я видела там в историях у знакомого мальчика, что он тоже в пирамиде гулял, а там наверху, например, типа, открыт был бельевой магазин. И все такое. Боже, здесь людей в масках очень много. Вот это напрягает очень. Людей на сером. А вчера или позавчера мы были в магазине, один из охранников в маске, остальные нет. Вчера или позавчера мы в магазине видели, что все хлебушки, которые все получат выпечка, ее же не пакуют обычно. А это все было там попаковано и все сложено. Так, я поняла, тут на выходе еще проверяют температуру. Ой, там, вот там еще проверяют температуру, люди в масках и халатах. Могу сказать так, в магазине очень-очень пусто, есть дезинфекторы, это прикольно. А я пришла там туда водить. Так. Обязательно, так, возьму, беру монетку. Но здесь реально очень много людей, прям масок. И там не летит, что тут. Сейчас надо быстренько тут летить и выходить, и это все. Я как-то аж напряглась. Еще я еще не была в этих условиях. Ни в магазинах, нигде. Я вспомнила, что мне нужно взять для подарка или еще нужно добрать кое-что. Привет. Ты на меня пукнул, между прочим. Ты в курсе? Мы тут пришли домой, пока шли, короче. Расскажи, что там происходило у нас. Что, мы чуть расстроились, что груди нету в дороге. Так бы мы, может быть, и не расстроились. Это было очень обидно, и нам пришлось рассматривать и отвлекаться фонарями, потому что они были интересные. От этих слез. Ну, это были слезы. Слезы грусти. Ой, пукаем. Еще мы держим голову. Сейчас покажу, как. Главное, меня не покажите. Главное, жену не показать. Не любит она сниматься в видео. Сейчас, ребят, секундочку.
Вот так. Вот так вот. Мы так постоянно тренируемся. Смотрим, значит. Вот так вот держим голову. Какие мы взрослые. Да. Вот. Так что какие дела. Держим постоянно голову, чтобы она не опускалась. Резко раньше бегать. А это нам еще месяца нет. Ну, бывает. Да, сынок? Да вообще, вот так вот им рукой покажи, да. Вот так вот. По-любому. Вот так вот им, правильно. Это типа лайк поставь, колокольчик нажми, да? Что там? Что такое? Животики пукаем, пукаем, это хорошо. Видите, как долго держим голову? Вот. Да, блин, развиваемся, развиваемся. Что такое? Что такое? Устаешь? Или что? Или ты не устаешь от такого? Что, не хочешь так лежать? Давай еще разочек. Вот так вот. Держи. Держи, 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 держи. Опирайся на руки. Давай. Поползем. Вот так что такие вот дела. Я уже поставил гречку. Она там варится. Варится, жарится. И будем садиться кушать. Я биточки Ира, этот самый, куриное филе. Филиное куре. Оно тоже очень вкусно. Она его приготовила так интересно. В духовке с этим самым, со специями. Но без таких, что и нельзя. Вот. Так что такие дела. Дела, дела, дела. Так, ну что, мы сейчас тут с замком, пока у нас тут варятся все травы, в которых мы сегодня купаться будем. Пока папа моет посуду, это ж папа, вы понимаете, посудомойка. Картошку. И купили лаваш. Рыбинки. Выхватили последний. Потом. Ну и то, что мы остальное купили, это не важно. Это мы купили Кире в подарочку. Там нужно все сделать. Нужно все подготовить. Так что вот такая вот мини-распаковочка от нас. С таким вот чемоданчиком. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Это я левой рукой достану. Подписывайтесь на канал. И мы уступим очень-очень. Я так ошибаюсь. Ну, в какой позе твоя его рука. Всем спокойной ночи. Пока-пока.